В ненаходимый мой, по мотивам Михаила Бахтина. В ненаходимый мой, ты устранил себя из поля моего контекста жизни, любовно наблюдая, следя, и выседаешь где-то там на небесах усатым грустным теннисистом, глазами Будды, воплощенными в агатах, ты следуешь за мной. Когда же глаза прикрыты, спят. Вниманием не оставляешь меня наедине, мгновенно заметаешь следы свои дождем или снегом, цветастой радугой, стараешься понять и завершить меня. Не совершить, не порешить, а вынести вердикт, виновна или нет, плоха или хороша, честна ли, ты любишь или мя. А я мечусь, верчусь, пытаясь найти тебя в реальном мире, в котором я живу, но тщетно. Теперь понятна мне тщета моя, тебя здесь просто нет. Ты богом-автором царишь так далеко, так высоко, и взором безупречным, не безучастным, нет. Ты смотришь на меня, все зная наперед. Мы не равны, равны не мы. Ты автор, я герой, всего лишь героиня. Не можешь ли ты упрекнуть себя в небезупречности твоей? Нечистоте мотива, отсутствие любви ко мне, как героине романа твоего. Я чувствую себя покинутой тобой и брошенной на волю рока. Пиши скорей, мой автор, в ненаходимый мой.